Привет, друзья! Записываю, так сказать, экстренный видеоролик по очень важной теме. И сейчас нет времени на красочное оформление. Как вы знаете, все мечты сбываются, если на них был запрос во Вселенную. И один очень талантливый айтишник из Индии по имени Чавес, такой же талантливый, как Алексей Кидо или Николай Дуров, создал первый в мире бот для арбитражной торговли, в котором практически все важные функции выполняет искусственный интеллект, позволяя пользователю, не имеющему ни малейшего опыта в арбитражной торговле на криптобиржах, легко и быстро получать большие, огромные прибыли по сравнению с опытными трейдерами, которые работают вручную, используя только свой мозг. Называется этот бот «Бумеранг». Потом вы поймете, почему он его так назвал. Ну смотрите сами, обычный человек, домохозяйка, военный, пенсионер или подросток, у которого есть компьютер или смартфон с выходом в интернет, может в течение 3 часов, работая с этим ботом, получить доход в среднем около 1000 долларов чистыми. На следующий день также выделить около 3 часов времени и снова заработать 1000 долларов. Я уже слышу, как некоторые высказали свой вердикт. Ну это сказки, очередная лапша, лохотрон. Я буду с вами в одном согласен, если мыслить критериями вашего прежнего опыта. Когда не было таких технологий и была лишь работа по найму, то этим людям надо будет привыкнуть к новым реальным и цифрам. Будет повторять, что это бизнес без вложений. Чтобы до некоторых дошло таки, что такое бизнес и что такое вложение. Бизнес-процесс с нашим ботом состоит в торговле, трейдинге, арбитражных сделках, покупке крипты на одной бирже и продаже на другой. Все это за вас делает бот с искусственным интеллектом. Ни единой копейки вы сюда не вкладываете. Крупным шрифтом можно даже сказать. Даже нет такой опции в боте пополнить торговый депозит. Нет кнопки сделать вклад. Нет такого баланса даже, не отображается. Вы управляете сделками, ворочая миллионами баксов. Но без своих вкладов, без своих финансов, без своих денег. Я уже разными словами, чтобы уже точно все усвоили. Для того, чтобы бот смог купить криптовалюту на бирже, он использует флеш-кредит от компании Aave, которая финансирует все ваши сделки. Aave – это одна из многих компаний, которые существуют уже давно, и они предоставляют временные кредиты, так сказать, кредитное плечо для совершения какой-то определенной сделки. Буквально на минуту или на несколько секунд. Это кредит не для вас, вы не сможете к нему прикоснуться. Он для вашей конкретной сделки на несколько секунд. За эту услугу они, конечно, берут свой маленький процент. И таких кредитных услуг они могут сделать несколько тысяч в час, за счет чего компания Aave имеет хорошую прибыль. Именно эта компания Aave является финансовым партнером нашего бота Бумеранг. И уже другие флеш-кредиторы проявили желание сотрудничать с Бумерангом. А для того, чтобы этот бот работал на нас, нам необходимо купить лицензию на его использование, так сказать, взять этот бот в аренду вместе с приличной суммой в 150 тысяч долларов, которую нам предоставит компания Aave. А теперь будьте внимательны, чтобы уложилось все в голове. Начальная стоимость лицензии, которая позволит вам совершать сделки на сумму 150 тысяч долларов, стоит всего 500 долларов. В течение 3 часов или 3 дней, без разницы, вы будете нажимать на 4 кнопочки, совершая быстрые и простые сделки благодаря искусственному интеллекту. При максимальной сумме сделки в 1500 долларов и среднем доходе от каждой сделки в 1%, ваш лимит в 150 тысяч долларов закончится примерно через 3 часа, если вас будет не оторвать от процесса, или равномерно через 3 дня, если вы не спешите. И в итоге ваш доход составит 1500 долларов, то есть 1% от предоставленной суммы в 150 тысяч долларов. Если вам этого мало, и скорее всего так и будет, и вы потребуете продолжения банкета, то просто из заработанных только что денег, которые будут лежать на вашем личном кошельке MetaMask, вы оплачиваете новую лицензию за 500 долларов и получаете новый лимит 150 тысяч долларов и продолжаете в том же духе и темпе. Значит, ваша чистая прибыль за прошлую работу после покупки новой лицензии составит 1000 долларов. Если за 3 часа не устали, сделайте перерыв на обед, зарядку, позвоните друзьям, поделитесь своими успехами и можете быстро купить новую лицензию для вечерней работы на 3 часа. Как вы уже заметили, мы всего один раз за свои деньги покупаем лицензию, а дальше уже все из прибыли, быстро приближаясь к своему финансовому космосу. Получается, за неделю
ваша чистая прибыль составляет $7000. Ведь лицензия есть и подороже, и лимиты там космические. Со временем, когда вас уже будет ничем не испугать, вы возьмете лицензию за $10000 с лимитом в $3 миллиона. По сути, ничего сверхнового не изобретено. Просто талантливый айтишник Чавес в своем боте соединил все лучшее. Арбитражный трейдинг, флеш-кредиты, ваш криптокошелек и блокчейн. И за всем этим следит и управляет искусственный интеллект. Просто пришло время всем этим ингредиентам органично соединиться и выдать революционный финансовый инструмент. Оплата за лицензию не имеет к торговому процессу никакого отношения. Ни цента из оплаты за лицензию не попадает в трейдинг. Не соприкасается, не вливается, не соединяется, не перемешивается. Лицензия – это как билет на трамвайчик. Незначительная плата, чтобы проехать несколько остановок к сейфу, где лежат ваши миллионы. Чтобы торговать с бумерангом, никакие вклады не нужны. Вы ничем не рискуете. Там ноль ваших денег в обороте. Значит и ноль риска. Бумеранг – это централизованное приложение. Здесь нет админов, нет внутренних балансов, нет заявок на вывод. Ваш кошелек напрямую работает с блокчейном, один на один, без посредников. Никто ничего здесь не вкладывает, никому деньги не делегируются. В боте даже нет такой опции, типа пополнить баланс. Все деньги для нашей торговли выдает компания до последнего цента. Именно поэтому мы говорим и утверждаем, что это бизнес без вложений, без риска, без потерь. А самое главное, ценное и перспективное, то, что у нас и есть реальный бизнес. То, что мы так давно искали. Каждая заработанная копейка идет извне, а не от вкладчиков-новичков, которая потом распределяется старичкам, ну как обычно это бывает в лохотронах и пирамидах. Не надо никакого опыта трейдинга вообще. Второе, не надо регистрироваться на разных биржах вообще. Третье, не требуется инвестиции для ликвидности, чтобы закупаться на каждой бирже и перегонять туда-сюда монеты. Вкладываться для трейдинга не надо вообще. Четвертое. Риски абсолютно нулевые. Почему? Потому что сделки совершаются не нашим, а депозитом бота, капиталом компании. Мы не рискуем личными средствами вообще. Нет в мире таких предложений. И рядом никто не стоял. В любом бизнесе, да и вообще в жизни, невозможно давать какие-то 100% гарантии. Но когда тема бумеранга дойдет до людей, когда жетон провалится, то за уши не оттащишь потом никого. Вот тут я даю вам гарантию. Почему? Потому что буквально на днях разработчики бота нас опять приятно шокировали. До этого момента алгоритм нашей торговли был такой. Выбрать один токен, указать сумму, выбрать второй токен и пробовать поймать хороший процент. Теперь с помощью новых скриптов торговля изменится. Мы не будем сидеть у лунки с удочкой. Наш искусственный интеллект уже чему-то научился. И теперь будет все еще совершеннее. Мы выбираем актив, какой-то один токен, который хотим иметь в своем портфеле. Например, Matic. Выбрали. Далее указываем боту сумму сделки. И все на этом. Затем вторую пару ищет бот за нас сам. Мониторит 18 бирж и в зависимости от указанной нами суммы предлагает онлайн подходящие пары. То есть в небо пальцем больше не будем тыкать. Прибыльные сделки бот сам для нас мгновенно подберет. Персонально, согласно нашего запроса. Это высший пилотаж искусственного интеллекта. Что сейчас надо делать? Правильно, надо брать. Первое – это пройти простую бесплатную регистрацию и занять место в структуре. Да, здесь есть реферальная программа, которой занимается маркетинговая компания ВАС. Эта аббревиатура означает «Мы все Сатоши». Оригинально. ВАС занимается продвижением бумеранга, так же как Dex Freedom продвигает DexNet. Маркетинг бинарный – 5% с личных продаж и 10% по бинару с меньшей ноги, без ограничений в глубине. Простой, понятный и аппетитный бинарный маркетинг. Да, для тех, кто не любит давать рекомендации и приглашать, можно в одиночку зарабатывать огромные деньги. Но это же скучно и даже не культурно в одиночку радоваться новым уровням жизни, оставляя друзей в неведении. Но тогда представьте себе картинку, когда личник или кто-то в вашей структуре покупает лицензию, спонсор получает 5%. Когда у вас уже несколько человек в команде, то и бинары будут сыпаться, точнее сказать, литься полноводной рекой. Потому что каждый раз, когда в вашей команде происходит повторная покупка лицензии, каждый раз вам приходят реферальные.
Если ваши партнеры будут каждый день зарабатывать и заново покупать лицензию, то и реферальные начисления вам будут приходить каждый день от каждого человека. Как вам такой маркетинг? Далее, после регистрации, в своем кабинете купите любую лицензию. Самая маленькая – это $500, дающая $150 000 лимита для торговли. Самая большая – это $10 000 с лимитом в $3 000 000. После оплаты лицензии вам будет доступен подарок от компании $1500 лимита для тренировки. Я уже пользуюсь этим подарком и сделал несколько сделок, которые записал на видео для вас.